Еще одно обещание Бужанского, это касалось защиты русскоязычного населения. Я понимаю, что это было, вернее, это была работа на электорат чисто Днепра, да, где действительно очень много русскоязычных людей. Это касается законопроекта, который предлагал бы, предусматривал бы отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык образования там, на 3 года. Бужанский об этом писал, как он защитит русскоязычных детей, как он защитит право людей обучаться на том, на их родном и удобном для них языке. Но вот 1 сентября ничего, мы видим, никакого законопроекта не было принято, и дети пошли в школы, и детей действительно заставляют переходить на украинский язык. Почему же Максим Бужанский не добивался принятия этого законопроекта? Ну, наверное, просто потому, что это был тоже элемент пиара.